реализация в этих аукционах, да, желательно по максимальной цене, да, по рыночной цене, пополняет бюджет. И когда мы читаем новости, что данный фонд реализовал имущество какого-то коммерческого банка, да, дисконтом там 95%, 98%, 99%, то есть покупатели права требования платит 1% от суммы сделки. Например, там должны были дать государству 1 миллиард, дают максимум 10 миллионов. Соответственно, 990 миллионов государство Украины, все граждане Украины теряют из-за того, что это, я считаю, финансовое мошенничество, которое проводит руководство Фонда гарантированных вкладов.